Эй, я братва, я снимать видео 2 часа ночи, только что не шмяж залил нового хаб, я не уже узнал. И давайте делаем сам первый обзор на новый хаб, на новое обновление, что же добавили на наш Хэллоуин. Во-первых, добавили новый NPC, который находится под спавном. У него можно покупать новый декор, то есть тыкву, шляпу ведьмы, крылья дьявола и рога дьявола. Пока они только в хабе. Например, крылья, вот так выглядит спаун дрим, постой, пожалуйста. Вот так выглядят новые крылья, они есть у всех. Ну, кто их купит. И они вроде навсегда. Именно в хабе. Также, как же получать конфеты? Вот тут есть конфеты. Они за них покупаются. Чтобы получать конфеты, вот тут есть такие летающие призраки. Прикольно. Их, по ним надо зажимать ПКМ. И вам дают от одной до двух конфет. Если больше, то поправьте мне в Дискорде. По-моему, от одной до двух. Одна. Две. То есть, падает так нормальный конфет. И еще обновили хаб, то есть написали Halloween вместо Diamond World. Кучу тыквы добавили. Давай, да, от 1 до 2, вот мы написали. Крыши изменились, такое делали мрачное, хэллоуинское. Паркур не трогали, вроде как. Добавили очень многих приколдесов, там кости торчат. Или, не знаю, мрамор, что это. То есть хаб старый, но его обновили именно, перестроили слегка, вот так можно сказать. Также, что еще? Также они сделали новую хнойскую музыку. Я сделаю погромче и дам послушать. Вот такая вот прикольная музычка теперь играет в хабе. Она такая атмосферная, хэллоуинская. Да, сейчас я вам сделаю коротенькую перемоточку, небольшой таймлапс, как я добываю конфеты и куплю крылья. Покажу вам, как их покупать. Так, вот я нафармил 500 конфет. А тут произошел, к сожалению, баг. Мне выдали крылья дьявола. Ну, для видео. Но знаете, что они очень сильно подорожали. Фармить мне придется не 500, а гораздо дольше. Это мне видео сейчас для видео выдали. А чтобы одеть косметику, мы вот так пишем слэш косметикс. И у нас теперь есть крылья дьявола. Это самая крутая косметика, самая дорогая. Вот так она выглядит круто. Спасибо, Нашмешу, что не оставил тех, кто фармил ночью. Выдал. Вот. Такая хэллоуинская обнова. То есть вы должны бегать, фармить призраков часов 5, покупать эти штуки, самые крутые, конечно, крылья. И также можете прийти к новому хабу. Это видео снимаю в 2 часа ночи, выложу в 3. Надеюсь, понравится этот видос. С вами был я, Злэчер. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.